Несмотря на коронавирус, ты очень хорошо выглядишь. К чему бы это? Ну, почему несмотря на? Пока коронавирус не поразил меня в самое сердце. В Москве есть коронавирус уже или нет? Ну, его не может не быть, но официально это отрицается. Скажи, пожалуйста, недавно ты чуть не умер. Что случилось? Ну, я не очень хотел бы вдаваться в эти подробности, тем более еще коронавирус нас ждет, и можно сглазить. Ну, действительно, я лежал в реанимации некоторое время, достаточно длительное, но потом вышел в эту сторону, по эту сторону фокуса, что и дает нам возможность сегодня делать интервью и вообще наслаждаться жизнью. Но угроза жизни была, да? Была, да. Все теперь хорошо? Ну, все хорошо вообще не бывает. Вот может поменяться украинское правительство. До сих пор не ясно, нет ли коронавируса у Папы Римского Франциска. Поэтому проблем полно. Но этой проблемы конкретно сейчас нет. В общем, как пели раньше, Ленин и теперь живее всех живых, наша сила, слава и оружие. Да, и потом я считаю, что, в общем, жизнь дается человеку один раз, как известно, и прожить ее надо так, чтобы, многоточие. Я по-прежнему придерживаюсь своей теории жизненного задания, что раз это было в ноябре все, описываемые события в ноябре 2019 года, раз тогда я не покинул столь приятное общество, значит, мне еще предстоит что-то важное сделать. Конечно, не такое важное, как наше сегодняшнее интервью, но что-то тоже ничего.